Ежегодное повышение. С 1 февраля 2019 года поднимется родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Иваново в группах 10-часового, 12-часового и 24-часового пребывания. Соответствующее постановление подписал глава города. Сейчас родительская плата за детский сад составляет 2125 рублей. С 1 февраля станет 2219 рублей. За прошедший финансовый год накапливаются инфляционные процессы, и в данном случае повышение родительской платы установлено с превышением на 4,42%, что в рамках инфляции позволяет нам продолжать обеспечивать детей качественным питанием. Ну и здесь еще входит комплекс услуг по соблюдению санитарно-гигиенических норм.